Привет, а не подскажешь, как туда проехать? Где развернуться? Адуевская. Это где? Адуевская. Это как проехать? Покажешь, да? Да, давай. Спасибо. Блин, меня остановила полиция. Я на учет ставил без проблем, не инспектора. А что, ниже не ставится? А? Ниже не ставится? Честно, не знаю, я так и покупал, я его на учет поставил неделю назад. Я спрашивал инспектора, говорю, никаких проблем нет. Он говорит, нет. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Мне портфель-то мы перевесили. Да. Документы же вам, да, страховка, все дела. Блин, сейчас я наберу. Где есть-то? Что, у вас нормально все? А рюкзак у Тани? Мы уехали, у них документы в рюкзаке. Рюкзак давай, я к ним поеду. Давай документы, давай посмотрим документы. Через сколько должен принести? Да вот сейчас дозвонюсь, я... они думают, где здесь остановились. Документы вообще должны быть при вам. Алло. Блин, я чуть-чуть потерялась, я не могу вас найти, так что ждите. Я вообще не понимаю, где я нахожусь, я куда-то заехала, взяла пробку, закипела, пиздец просто. Поэтому я еду здесь. Классная погодка. И мы, правда, вчера ехали по такому холоду. Вчера-то вообще дубак. Представляете? Заметили так, что стояли, зуб на зуб не попадал. Бля, почему они на меня остановились? Я не знаю, это какая-то карма. А мне машину приснять. Шверку снимите. Доводим информацию в дежурную часть по операции мотоцикл. Штигмали есть? Конечно. Нашла? Да. Вот, ребят, проверили у нас документы. Я... отдал девочке портфель вместе с своими документами, и меня остановили, и она уехала. И вот сейчас ждали, пока привезут, а город же никто не знает. Поэтому было, конечно, непросто. Что за лифт? Так и случается тупые ситуации. В общем, ребята, вот так вот выглядит открытие мотосезона в Питере. Зелененький у нас, соответственно, Эрмитажик. Там, получается, у нас собирается колонна. Смотрите, какие у меня перчатки. Да, заметил, а вы из Питера сами? Да. Холодно, капец у вас. Да, мы не знаем, тут недели две назад жара была, 22. Жду, когда будешь прямоток делать. Да? Да. Поставил лайк? Конечно. Привет. Всю неделю была нормальная погода, нормально катались, а сейчас вот эти несколько дней холода и дождь. Капец, вот мои перчатки, вот они меня спасали, зимние перчатки. А хотите прокачу кого-нибудь из вас? Давай. За эти штучки берешь? Во, твой размер, как раз. Вот эти подножки ставь сюда ноги. Опа. Нормально, приземлился. Поставил? Ну вот, и здесь, да, держишься руками. Не так сильно. Выезда нету? Там нету. Серьезно? А где же выезжать тогда? Ого, у вас какие тут ходят. Д'Артаньяны. А что-то там выезда нет. Блин. Там нет выезда, да, получается? Все так. Типа, если ты въехал сюда, то ты по-любому едешь в колонне? Ох, ё-моё. Это так, как с резиновой женщиной, да, вот прокатиться на парковке?
Ну да. Не туда, не сюда. Мне интересно, это много мотоциклов считается для Питера? Это мало, было больше. В тот раз, да? По-моему, в прошлом году там все вот. Знаете, как сделаем? Я могу каждого из вас фоткать на мотике. Он, правда, грязный, блин, ну сорян. Вообще плевать. Ой, прости. Прости, что попал дым. Ребята, так в целом подумал, а в классной стране мы живем. Мы живем в стране, где почитают и правительство уважает, кто бы как ни хаял их, то, что есть такие люди, байкеры, и что у них есть вот такое вот открытие сезона, и то, что нужно перекрыть целый город, блин, твою мать, для того, чтобы эти байкеры... Смотрите, какой скутер прикольный. Для того, чтобы эти байкеры проехались по городу на зеленый свет светофора, грубо говоря. Это очень-очень круто. Ехать в колонии или нет? Ну, в целом мы приняли решение, что раз мы в Питере, то почему бы и не постоять в колонии и не поездить немножко. С одной стороны, конечно, удовольствие специфическое, потому что обычно в колониях жарко. Но знаете, в Питере настолько прохладно, что можно и постоять в этой колонии. Прикольно. А так, конечно, открытие организовано прям на уровне, потому что мы нигде особо не стоим, мы прям едем. Знаете, это не томная езда, 5 километров в час. Ты вообще спокойно едешь, вот видите, мы едем и не стоим, и не жаримся. Дороги перекрыты очень даже вполне, все набережные. Смотрите, какая красота, ребят. Ну даже, смотрите, какой маленький скутерик. Мне понравилось, честно. Я уже давно не ездил на разные открытия сезонов, потому что не хочу жариться. А в Питере вообще отлично. Холодный ветерок, прохладный. И ты еще и не стоишь в пробке. Что может быть лучше? Поэтому всем рекомендую ездить на открытия в Петербург. На самом деле я ставлю 5 из 5 открытию мотосезона в Питере, потому что это не то, на что я рассчитывал.
Я рассчитывал, что будет как в Москве, когда очень много людей, давка, все едут 5 км в час, тебе жарко. Но не в Питере. Так что, ребятушки, вам вообще лайкосики. Очень даже прикольно получилось. Лайк. Лайки, лайки, лайки. Смотрите, ребят, какие пушки тут стоят. Музей артиллерии. Крутяк. Слева Петропавловская крепость. Просто огонь. Нужно... Везде хочется погулять пешочком. Да-да, не удивляйтесь. Я и так еще езжу. Знаете, что, ребят, заметил? Что питерчане, петербуржцы, они не ездят так вот между рядов, перед светофором не встают. Они просто стоят вместе с машинами. То ли у них как будто пробок нет, ну не принято. Я не знаю, в чем вот. Кто есть из Питера, расскажите, почему. То есть, не смотрите, что там стоит чувак с коляской. Даже обычные спортоводы, они все равно стоят за машинами. Не знаю, с чем это связано, может, потому что они ездят группой, но даже одиночные некоторые райдеры стоят просто за машиной и ждут. Да, я заметил, они не едут, да? Между рядов, как мы. Стартанем, говорю! Вот, блядь, стартанем! Ну, давай. Не выеб. Что за фальшстарт был? Кого? У тебя. Я открылся, а он у меня как будто захлебнулся, понял? Давай еще раз.